а потом потом уже. Прямо и балансировать между вот этими спадами, то вправо, то влево. Не, ну здесь как бы вот на Шермане, там я, знаешь, короче, как учился, там вообще жестко на нем учиться, но вот на этом именно прям с нуля учиться, там не понимаешь, ты никак не кружиться, его валить, ну, заворачивать вообще нереально, короче. Там, короче, встал на него, проехал по прямой, заворачивать надо, остановился, развернул его, или обратно там, или дальше, ну, я там по одной и той же улице туда-сюда ездил, короче. Да, короче, гоняешь и не заворачиваешь, потом подъезжаешь на какой-то пятак, раз там развернешься. Я вот, короче, знаешь, на нем еду такой, и там, знаешь, вот на заводку мы там проезжали, короче, там такая эти, стоят эти, ну, заграждения, и вот узкая, сколько метр или сколько она там, вот это. Я в него еле при... еле-еле вообще в него заныривал, там на нем едешь, вообще нереально на нем туда, сейчас вообще там ездишь, да, два раза меньше, она если три даже будет, заедешь вообще в нем. Вообще не понимаешь, там еще, короче, фишка такая, вот как проехал мимо дельфина, да, едешь, и там вот этот пятак, и там с него раз туда кочка такая, сперва на старый этот асфальт навесь, и потом это заграждение стоит на старый электромерный, ну вот, короче. Там с этой кочки-то туда повело там. Там вообще настолько ощущение, что вот маленькая крохотная какая-то кочечка или что-то вообще вот так ведет. Но бывает, когда на нем скорость нормально на, ну, нагонишь, он чик нормально, вроде чувствуется, вроде и кочка, но вроде он как-то и вроде как мотик типа глотает или чего. Но если пожестче, то гоблинг такой уже начинается. А если это как его тихо их ловить, то вообще все тебя кидает, скидывает с него медленно, не можешь, ну ничего делать, наклониться его не можешь, так все. Вот и есть фишка, его надо наклонить, короче, ну, вот этот мопед, вот так полностью, и вот так прям восьмерки на нем, потом резко в другую сторону откатывать вот эти восьмерки, просто бесконечно хреначе, ну, и тогда только вот так вот будешь потом, ну, вот, прям. То есть я, да, на этом, вообще, как на этом, у меня это как будто как утюг какой-то, или что, глазу просто. Я думаю, что такое, думаю, да? У тебя вроде таких зубов нет. Ну, наверное, конечно, я сейчас нормально, черт. Оно фигня, да, что там. Да, ему надо, короче говоря, вот такое, ну, оповещение сюда иметь, чтобы... На нем, да, вот это вот не сделаешь вот такие. На лес прощения. На нем ты просто тройка берешь, на одной ногой нажал, второй нажал, как будто идешь просто. Так чисто, ну, маневренность у него. Вот так. Ну, у него, в принципе, он и с этими педалями, чего, ты как бы и заворачиваешь телом практически тут. Раз, а ну вот. Короче, знаешь, я какую фишку видел, когда человек ехал. И он вот так вот едет, едет, наверное, километров 20 в час. Резко останавливается, вот так, руки расправляет. Крутится на нем вокруг себя, прям на одной точке, раза два, наверное, вокруг себя. И потом резко назад выстреливает, вот прям едет, и назад выстреливает. Я вообще, это какой-то ролик, короче, я видел. В Москве где-то или в Питере, в парке он просто, ну, там, что-то куражится, там, так, сяк, сяк, и вот так. Да ну. Он говорит, резко останавливается, делает развороты. Ага. Задом приведу. Раз на 180 в воздухе. Ага. Спрыгнул, приземлился.
задом, получается, вперед он очутился. И тут же сразу еще раз прыгает и перевернулся, и вперед и поехал. Ну, прыгает. Нет, без упора пошел, реально. А я, короче, еще знаешь, что нашел? Что, короче, там в Америке людишки, короче, они, ну, есть, короче, не только что, то есть тип себе сделал вот этот, да, вот этот вот колесо, короче, да, невозможное. А другие типы, они, ну, там еще масса типов, которые у этого берут, ну, как бы, примеры тоже там, кто что делает. Ну, вот, короче, тип, короче, я не знаю, один или, может, их несколько, ну, вроде как один. Я вот закину там этот видос, короче. Он вообще так хреначит на этом одном. Вообще, он просто угорает на нем, на одном. Он просто ездит на нем. Ездит. То есть, вот так за счет вот этого вот прям ездит, запрыгивает прям как триал, типа того, или что уже. Понял? То есть, он запрыгивает на эти, ну, на парапеты, проезжает по ним, там, на скейтборд-площадке, ну, на скейтовой площадке на нем хреначит вообще. На вот этом я же вообще, да, ну, это просто этот, понял, Терри Винни-Дизер на этом колесе, ну, придумал его, сделал его, да, а люди там, ну, раз и вообще на нем чисто, ну, Терри Винни-Дизер, он на одном колесе просто, ну, и еще всякие там подделывает, прибамбасывает, такие, такие, ну, не, ну такие надо смотреть. Вот я смотрю, и это вообще дает много знаний, дает. Ты просто понимаешь, ну, оказывается, как вообще можно просто. Да? Ты удивляешься, ты, да? Ты думаешь, ну я-то вроде уже умею, знаешь, что это там. Смотришь, как другие вытворяют, что просто. Думаю, ну, тогда он записит, чтоб прям ехать так пик-пик было. Yeah. Надо сильнее разгонять. Да не, не надо, я так. Я же на него ехал, не давил вообще просто. Если бы пикнул, я бы расстрел. То есть я его понял, уже это колесо вывел из такого просто положения. Я находился просто вот так, когда оно у меня, ну, практически, вот так, когда оно прожалось. И с этого положения я его туда выкатил. А когда я вот так на нем стою, мне вообще... Я стою не на... Вообще реально я его не использую уже нахуй. Я стою все вот на этой, как в этом мультике там есть. Там есть, короче, в углу, типа, вылетает вот этот Терри Винни-Дизер, фигнул ей, и там у него вначале, там, ко времени пробегает такой мультик, он его сделал. Там, типа, такой, такой древний этот, типа, Флинстоун, или как там, тянется, вот такой, типа, едет на таком жирном колесе с палкой во смысле, просто, ну, вот, на нем. И там такой, знаешь, он с горы катится, и там такой камень торчит, типа, у него, и на этом, ну, вот, короче. Видяхи было видно, что ты прям прямым телом и вот так вперед ее наварил. Типа ждал, короче, делать нечего, ну, давай там приканем там. По чадерям на. Да, и прикалываешься, есть, надо ноги прям подгибать, я на мысочках, и похуй, не любые глотаешь там, когда вы такие легко. Я вообще, когда задом не открывал. Одевал, да, шлемак? Да, если уже запрыгнул на асфальт, то не хотелось. Ну, понятно. Ну, я тоже что-то в шлеме там, но мне в шлеме, короче, вообще что-то задом как-то не ехал. Вообще на голове что-то одето, я задом не наехал. Маска какая-нибудь. То есть надо мне, чтобы сзади какой-то обзор был, и когда у меня на голове какая-то хуятина одета. Поехали на обед. Все равно, сейчас кидай и пробуй.
разгоняйся быстрее вот так. Раз. Все. У тебя, да. Ну я же на нем прыгнул. А он так пукает. Ну это, продавливается. Потому что вот на нем надо медленнее скорость. Это я тебе показал, как на этом надо прыгать, а на этом надо просто подъехал, вот так раз прыгнул. Подъехал, скок, и все. А этот надо его разогнать. Потому что у них часто сзади стоят, ну и у меня раньше тоже стоял, сейчас нет, не буду их ставить брызговик, да, чтобы им не зацепиться. Большие. Они это получается. Когда здоровые вот стояли, раньше они вот такие, вот, наверное, были. У меня полностью на них нога вообще целиком вмещалась. Не знаю, может там что-то и свешивалось. Ну, короче, стоял целиком. И я вот еду, короче, на них по жестким кочкам там. И не чувствую, что вот где у меня сейчас педали. Где у меня ноги? Где нога относительно. Да, то есть я по сути-то все равно стою уже на мысках, когда еду. И когда у меня педаль вот такая, я на мыске здесь стою, и у меня дальше туда педаль идет. И я, то есть, когда нормально стою, у меня дальше туда педаль идет. Когда съехал, тоже дальше педаль туда идет. То есть не могу даже определить сейчас, где я съехал или не съехал. Нормально. Да. Ну вот, короче, и плохо, короче, контролируется это дело. А здесь, короче, такая тема, что. Вот этот вот угол, вот он и есть, что вот это, ну, вот это вот ты нажимаешь костяшкой вот этой, а пальцы они не нажимают. Мы пальцами-то и не жмем. Все, вот костяшкой, она костяшка вот сюда вот нажимает,
Ну вот. И поехал. А пальцы просто свешиваются. И ты вот так раз, и прям чувствуешь, что у тебя есть. И эта штука как зацеп работает жесткий. Тормоза также. Пятка вот сюда подсвешивается. И вот так вот работают. Ну, торможу я уже не как на тех педалях. Вот так стою, и меня съезжают они туда. А я прям в этот угол раз, и вот так на нем прыгаю. Газ даю вот так. Это вот так. То есть они работают по-другому, эти педали. Не на плоскостях стоишь, а уже как газуешь, ты вот так и вот так. Ну вот, за эту и за эту. Раз, и газ даешь. За грань уже. Да, тормозишь, когда за эту и за эту. Раз. Ну я торможу уже за эту. Я не знаю, достаю, я не знаю. Я, короче, мне хватает, наверное, вот за эту прыгать только еще на них. То есть когда здесь есть такая возможность на этих педалях, ты можешь отклониться сколько хочешь, и все равно ты в них будешь упираться. Когда у тебя большие сюда селедки, ты на них отклоняешься. Ну вот у тебя, например, вот так стоит, ты отклоняешься и поехал, понял? А здесь ты зацепляешься. Так что... Хорошо. Ну, короче, это педали, не знаю, может быть, они для каких-то там дальних длинных подъездок, для прыжков, может, и не идут, я не знаю. Ну, короче, это педали сделаны, они типа как бы поднавалить, для того, чтобы нормально поднавалить, для подскоков. Ну, вот. Вот для твоего колеса это вообще сделано, как для твоего, еще там, ну, побольше колес всяких. Ну, в тот раз... На эти, они... как, кстати, их никто не ставил в основном, такие педали, ну, вот, но я себе длиннее, я видел, да, поставил. Но я видел, продавалось такое колесо, на нем стояли от МЦМ-5 на нем стояли педали. А эти тоже раньше стояли на МЦМ-5, вот эти. Мне тип, который продал их, но у него они на МЦМ-5 стояли. Ну, то есть особенность такая у этих педалей. И смотрятся они вообще офигенно с этой подсветкой. Когда вот так стоит она насквозь, прям вот эти кресты профигачивает. Не, выглядит вообще охеренно. Визуально они мне больше нравятся, чем хексы. Не, хексы это вообще там селедки эти, ну, пельменницы. Пишут по-нормальному. На новых, короче, вот новые модели 16X, 18X, там у них педали такие черные, и там шипы сразу с завода идут. И они идут такими, ну, типа вот как пирамиды такие. Ага. Раз. И все хай, это вообще говорят, что типа они просто, они округлые становятся. Угу. И хер знает, что с ними делать. Их срезать? Ну да, надо тупые, чтобы были. Да, или что? Надо, чтобы вот, да, они были. А еще знаешь, что люди, они берут эти все шипастые хексы, и они ездят, ну, в этих, в кеглях, в таких, ну, в армейских, короче. Да они просто еще этими кеглями весь мопед убивают, раздалбывают эти педали там, ну, понял. В мотоботах ездят, они стирают это все дело. Я ремонтировал мотокроссовский этот мотоцикл. Но они, короче, его просто мотокроссеры раздолбили. Они по этой лапке переключения так долбят. Внутри двигателя, короче говоря, там перегородки, стенки идут алюминиевые, куда вал заходит. Они их поломали, прям переломали. Я смотрю, варили тут что-то алюминий. Но вот потом вот эту лапку вообще до такого засандалили. Тоже делал лапку эту переключение. Вообще ее так отжали. Она еще денег стоит, эта сраная лапка, блин. Она алюминиевая. И у нее механизм откидной этот. Не, ее стирают вот эту вот. Прямо на конце трубочка, короче, такая откидная, сам рычажок. Они его просто в хлам отжимают, этот рычажок. Он вот такой весь стертый, там об него кроссовки в хлам разлетаются. Братану дал, он, короче, в шлепанцах на него сел. Только стал ногу ставить и зацепил ногтем за этот, за эту трубочку. И сразу у него ноготь слетел с большого. Просто, да, я тебе говорю, они просто раздалбливают этим на мотокроссе, они едут только вот, давай быстрее-быстрее, они в этот рычаг, который переключается вот так, они в него переключают, это вообще дебилизм полный, поэтому там такая схема. И вот в таких ботинках на моноколесе эти ребята ездят. И они ушатывают, у них даже не суждено, что педали через год вот прям, ну, скошены. Топтало, как будто они на пороге в автобусе или в магазине стояли, эти педали, знаешь, вот так. Мне все мотоботы одевали, что якобы голеностоп защитить здесь. Вот, то есть, да, я сейчас еду, до сих пор у меня вот это вообще так болит. Я на эти прижимаю, они мягкие, и у меня прям чувствуется ощущение, вот это режет прям. Я раз туда, прям вот это, где кобра стояла, вот это прямо и до сих пор теперь будет отходить, хрен знает сколько. Я просто думаю, если не постоянно куда-то, ну, катать, мне кажется, надо покупать этот, который есть в носу, пластичный, потом, что
чтобы голеностоп фиксировать. Если вдруг не пишешься, чтобы его хотя бы сильно не это связки не порвало. Ок, я не знаю. Тут уже смотря для чего тебе надо кататься, как бы. Вот, например, я, ну, если вот сейчас выехал, да, просто ехал. Мне не надо этот голеностоп защищать. А когда я пошел что-то там тренироваться, базара нет. Там ты можешь весь защищаться даже. Ну что, погнали потихонечку. А то нас остановить некому, и сами мы не остановимся. Не, ну тоже надо как бы и двигать потихонечку. Давай я на твою ручку покачусь. А ты на моем потренируй ноги твои. Потом на свое встанешь, скажешь. Ты прям разгонись и нормально попробуй появлить вот так вот. Вот. Но я когда уже на скорости это видел, я уже начинаю его именно закладывать на руках. Ну, закладывай. Это как я сел на что, значит? На диск просто. Я не запрыгнул. Вот сюда. Да. Если вот этим колесом, самим диском, ну этим. Резиной прям вот так в него, да. Потому что нету вот этих, понял, короче. Зацепов на него никаких. Я даже свое могу вот туда закинуть. Ну, 35 килограмм туда поставить могу, короче, понял. А это за то, что не за что не зацепиться. Вот там я один раз сейчас запрыгнул, а второй раз что-то я раз-раз такой, как-то больно медленно, я думаю, прям сейчас не запрыгну туда. Да, разгоняться тебе, бить. Лбом в эту. Хороший путик, нет. Это все. Ты же не убегаешь от кого. У меня вот есть, короче, я доберусь сейчас это, обрезаю, короче. Там надо, видишь, короче, обрезать и к пластине такой припустить. Ну вот, и на нее уже там скотч приклеиваешь и к колесу хлопаешь. Все. Корпус ты еще отрубай, Серег, надо и это пластинку. Технику это отточить, это очень сложно, на нем даже майки бывает делать, слишком тяжелый. Я, короче, смотрел видео в Италии,
надо как бы и на нем стоп исполнять, нужна тренировка преждевременно, понял? Тяжелый снаряд. Исполнять тренировка, тяжелый снаряд. То есть ни хрена ты мне ужасно не можешь ничего сделать, надо 2-3 минуты, 5 минут что-то постоять. Я на своем мелком, я все равно встаю вначале. Ты не можешь сразу выехать, начать там говорить что-то. Сначала организм. Да. Вообще, маленько должен адаптироваться. Вот, короче, у Виталия увидел видос. К нему приехали два мужика на суперсе вроде. Оба. И один вот делал вот этот полицейский разворот. Тоже. И я такой смотрю на него, и на замедленный, короче, включил видео на замедленный и смотрел вообще, как он место перераспределяет, это делает этот полицейский. О, просто едешь, разворачиваешься и взад кидаешь вот, массу. Я, короче, на ходу думал, вот так. Да, я думал, что надо просто развернуть тело и все. А оказывается, я на него прям смотрел медленно. Ты едешь, и если, короче, хочешь его сделать в левую сторону, ты сначала вверх полностью на левую ногу, короче, закидываешь. Вот сюда. Едешь, грубо говоря, как будто на одной ноге. Uh-huh. И на ней именно поворачиваешь. Ты не делаешь. То есть у тебя центр тяжести. Туда же на нее. Да, у тебя центр тяжести не посередине колеса, и ты просто вот так повернулся. А у тебя центр тяжести. То есть ты сперва ноге поворачиваешь, а потом заднюю включаешь. Да, я на левую. Кидаешься в это время назад. И уже да, сразу чуть-чуть сюда. Да. Но главное, если налево, то надо весь вес налево перейти. Да, вот, видишь, я так и делаю. Вот, смотри, я еду, да? Еду. Я раз, завернул, то есть, получается, и надо поэтому заклонить ногу, то есть, завалить ногу, да, в эту сторону, вот так, а самому сюда повесил, чтобы завернуть, да, скажу, завернуть и уже быть в этом положении, как бы, назад. Как, короче, я учу. Я вначале делал вот эти вот штуки. Вот я еду. А мне уже становится вот это вот привычнее менять, короче, я понял? Ну, короче, что я делал? Но мне вот этот намного привычнее, прикинь, то есть я им вообще еще выше манипулирую чего-то. Я его прям болтаю, не боюсь, я знаю, что сколько у него этот, я его болтанул, ой, он слишком, слишком цеплявый для меня. Почему как я тренировал? Я вначале делал вот такие вот штуки. То есть я раз, еду, вправо поворот. Да, потом розочки рисовать. Да, остановиться. То есть надо рисовать лепестки, да, лепестки рисовать. Я тоже так делал. Подъезжаешь, короче, раз и назад. Да, да, да. Так, останавливаешься и в другую сторону туда же вперед потом. И вот так пошел кружить. Это я тоже в видосе Вовы видел такую тему, как тип так рисовал. Там чуть ли не факт на снегу. Вау, просто так. Ну вот. И вот, короче, я делал, грубо говоря, я подъехал назад. А потом вот этот момент старался сделать все более ровно. Ну я понял, перевалить колесо и себя. И главное, вот, а здесь не так, видишь, делается. Здесь ты должен вообще весь вес туда вперед выкинуть. Вот я сейчас еду, да, надо заворачивать и в это время туда рюкзак, короче, кинуть, понял? И он, чтоб тебя потащил, и оно вышло и пошло вообще, я да. Здесь очень тяжело. Я прям полностью, вот, ты сейчас когда здесь катался, я попробовал прямо назад поехать, вот так. Очень. Я просто пятками почти свалился с педали. Офигеешь, да. Это я так делаю тоже, короче, я катаюсь, да, например, полчаса или час катанусь, не хрезает с него. Приезжаю к дому, резко, без остановок, останавливаюсь и назад. И у меня сперва вообще никогда это не получалось. Нереально было сделать, долго проехав, резко остановиться и назад. Надо всегда слезть с него, попробовать что-то там. Да. Привыкаешь, короче, и в итоге это надо разрабатывать. И, короче, то есть после длительной поездки всегда при остановке пытайся назад поехать и все, и потом это, ну, нормально будет. Ну а там типы показали, там какой-то сивый такой, вообще там он быстро едет, фау, да, так да, делает. Да. Вот у меня не получается, короче, я вперед это делаю. Ну он на таком, на здоровом там. А назад не могу, пока что я еще не тренировал. Ну
Но тебе надо, короче, да, брать, смотри, большой. Тут какая тема, что на нем реально, ну, то есть ты отдыхаешь. На нем вот я еду, ну, я свободно, мы здесь втроем катаемся на скорости. За, они передом, я задом на скорости. На этом я так не могу задом уже ехать. Все, там я задом раз, они передом едут, я задом с такой же скоростью с ними пру нормально, как Субару. Ну вот, теперь, короче, тебе вот такое надо делать задание. Останавливаться, резко назад ехать, поворачиваться на 180, а не на 90. На 360, конечно. Полностью оборот идет. 90 минут. Ну... Нет. Не-не-не-не-не. На 180. То есть... Смотри, ты едешь прямо, да? Если ты на 360 разворачиваешь, ты продолжаешь прямо ехать, все. Нет, а ты едешь прямо, останавливаешься, разворачиваешься на 180 и назад едешь прямо снова. Ты разворачиваешься на 180 и едешь туда прямо. Задом начинает ехать. Я чувствую, как это тренд. Прямо? Да, я уже думал, это с непривычки. Дай-ка я посмотрю. Только что у меня поездили, потому что вообще его нет. Я сейчас ее не чувствую. Перед, так, перед тем, вот, как я тебе его отдал, я даже ничего не чувствовал нормально. Нет. Ну вот, ты видишь, нормальный плавняк вообще. Тремор его бы трясло бы вообще с отпечатками. Я убил немало людей. Разными способами. Я понял, что ты на трубе на этой сидишь. Да, положение только принял, сидя. А ты еще не привык. Смотри, короче, ты можешь. Смотри, как надо сделать, чтобы сесть. Смотри. Ты, короче, когда садишься, ты вот так вот сейчас сидишь. Вот так. Тебе даже шатеки не дают, чтобы это не мешало. И они, когда всегда сидят, они вот так ноги раздвигают. И вот так тупо, вот так прям сидят на нем. Понял? Все. То есть вот так вот. Я не могу вообще так ездить. То есть я даже так сажусь, мне поплю. Вот я вот так. Стою, да? Смотри. Ну вот. И я вот так раздвигаю ноги и сажусь. Все, уже, все. Вот прям я сижу, не знаю, на чем там. Вот. Да. Нет, кстати, я на твоем смогу ехать. Дай-ка попробую. Почему нормально даже. Я это покороче, но. Господи, давай. Я, может быть, на нем смогу ехать сидя даже так. Я просто сяду на корточки, да и все. Телефон. Ты что думала, а то что он пикает? Просто на нем и скорость реально чувствуется. От того, что оно маленькое. Фанта очень близко. На нем. Да,
На нем даже можно привыкнуть, короче, вот этими местами. Вот этими я местами, ляжками. Могу его вот здесь, короче, сжимать и прям сидеть на нем. Да. Не, я без подушки не могу. Я уже вот сейчас поездил, прям привыкать начинаю, если мне неделю так поездить, как на автобусе сел. Сидишь все равно на ногах прям. Да, прикольно, вообще там как колобок катается. Господи, за что мне это? Ух ты, как оно заезжает классно сюда. Блин, реально мощный движок, что он, ну, то есть на него не надо давить на Шермане, чтобы сюда заехать, надо прям нажимать. Не, а вот это покруче, вот видишь, вот такая. Но можно в горе прям останавливаться, ну, ну вот я сейчас там так сделал, да, прямо нет, назад и снова вперед, понимаешь, вот. Ну я легкий, я так могу, видишь, делать. Вот, прыгает. Ну тут можно вот так прыгнуть и на сразу съесть. Да, приземляешься вот на эту наискось. Запрыгнуть, короче, из-за того, что у него, во-первых, мощности мало, его подрезать надо спереди. Колесо врежется в эту быстрее. Понятно. Вот он здесь херачит, ребятки. Здесь меньше, ну, на углу уклон. Весь отъезженный здесь угол. Скейтеры тут мелкие. А я на своем сразу на здесь куртку, короче, новую. Локоть насквозь, ну, вот здесь вот прям. А был мороз еще, короче. И я здесь вот так задом поехал. Да, и он у меня вот здесь буксанул, короче, понял, когда я стал заезжать, буксанул их. Ух ты, хрена он тянет. Вообще, на этом так не. На этом прям надо туда давить на жопу ему, чтобы он поехал туда. Этот прям тебя... возносит вверх прям, прикинь, ну, и туда, как прям вот, прям тащит вверх, тот не тащит, тот тащит, но ты чувствуешь, что ты на него тоже давишь, а этот, на этот не надо давить, на нем слишком мощный двигатель, слишком мощный, для вот мелкой всякой езды вообще слишком мощняк. То есть вот оно, понял? Что ж, наверное, 75-м поймал, если там 5-2. А у тебя телефон стоит? Да. На 75-м, прикинь, в 3 раза мощнее. Тут 500 там. Мотор? Да. Нет. Ну, вот 1500, да, хороший, в 3 раза как раз он вот это вот не будет спонтанно вот так продавливаться на 20 километров. Максимально 44. Ну, нормально.
Прикинь, да, они сделали, туда даже зайти нереально. Туда попасть можно только реально на этой хуй залететь туда и все. И туда тоже попасть. Ладно, были бы, знаешь, начинающие хотя бы одна. Что это вообще ушлепище? Что это здесь такое? Какое-то вот это пространство, зачем они его сделали? Подбородком уехал. Ну сделали ровно просто вот, да? Кому надо перепрыгнуть, он и так перепрыгнет, и ровную. Вообще. Или такой немного там эту... У него как немножко подразрядилось до полтинника и уже все не нажмет на него. А на этом настолько жесткий запас батки, что в реале этот движок, ему надо только половина этой батки от силы. То есть все, ему половина этой батки хватает. Если она до половины, половина этой батки до половины разрядится, он еще на ней нормально будет навалить. А здесь в два раза больше еще. Вообще, то есть, когда у него половина разряда, на всю катуху я на нем наваливаю. Ничего нету, таких предупредительных там ничего, все. Он свободно дает. То есть, понятно, что мы отчали на батарейку. А грузы не сколько. Все здесь ковыряться там в этой грязи, как в этих машинах там вас. Вот это я вообще больше всего меня привлекло. Напрягает, да? Ну. Да. Тачка в тачке моей хватает. Да, здесь чисто ковыряешь. Колесо здесь так отмыл. Здесь подшипники поменял. Это. Лишь бы ничего не закисло, самое главное. Крутить все. Да. Периодически обслуживаю. Да, да, да. Вот я из-за этого эти педали и хотел. Но она уже... А я что-то смотрел, у них какие-то там две версии. Понятные, они различаются на полкило, на 700 грамм вес. Да. Один, короче. Не, вот а именно S2. S2 да, на эскадристе их две были версии. Они могут быть тоже двух ревизий, короче. Ну, двух ревизий, понял? То есть там может быть просто первый вышел, а потом еще версия 1, ну, ревизия 1 вышла. И поэтому... Там, короче, типа цена на них вроде одна и та же на эко-дрифте, а вот сам мопед один весит 11 с чем-то килограмм, а другой 12 с чем-то, 700 грамм разницы. А так все параметры одинаковые вообще. Да, вот это вес первый, первый раз вообще про такое слышу. Ну вот я сам не понял, я смотрю, на эко-дрифте две ссылки лежит, ну, два мопеда таких. Указали, прям вот два лежит, да. По названию, но... вес разный почему-то. Слушай, ну на Inboxer 10 тоже две ревизии было, в принципе, да? Там тоже. Не, ну, вот этот приталий, он там и сравнение делал. Вот это вторая ревизия, то есть это третья ревизия 2 вот там это. Там все пишут, типа, третий патч с черными кнопками. Вот у меня вот это есть. Да. Это первый, короче, был Шерман просто. На Пусть она на этом проедет своем. Давай. Это как его, да, это пульт чувствует, что валенок, вот. Хрен растолкать. Но на него вставать как-то проще. Он стоит, да.
мотор прям выпляется, когда встает. Вот, ты раз тебя повело сперва. А это сразу прямо едет. Вот я на нем стою, я просто как на игле. Ну, вот он просто, вот. Ну понятно. Вот это вот. Вот это она. На болтанке. На вобле. А там нет такого. На болтанке. На вобле. Там не схватил.